Ребят, всем привет. Меня зовут Тимирлан, я Android-разработчик в Рахмете. Занимаюсь разработкой под Android более 2 лет. Сегодня я хотел рассказать о достаточно интересном подходе к разработке, о достаточно неоднозначном у программистов подходе к разработке Single Activity. А именно, что сподвигло нас перейти на такой подход, какие были проблемы, как они решались, и об очень удобной библиотеке навигации Chicheron. Начну с нашего продукта. Что мы делаем? Рахмет — это мобильное приложение, программа лояльности. На сегодняшний день представляет из себя программу лояльности, которой можно воспользоваться у любого из наших партнеров. Как это работает? Сканируешь QR-код, оплачиваешь и получаешь кэшбэк. Кто-нибудь пользуется Рахметом уже? Нет? Круто. Немного о нашей команде. Команда активно развивается. Сейчас у нас 6 человек. Это Team Lead, 2 Android-разработчика и 3 iOS. Но мы в активном поиске ребят. Начну с предыстории. Вообще, в поиске новых ребят имею в виду. Начну с предыстории. В самом начале в Android были только Activity. И какое-то время этого было, в принципе, достаточно до того момента, пока не появился Android 3.0, который предоставил фрагменты. В целом до этого Activity были GUT Object, которые могли содержать большие куски кода, логику UI, логику бизнес. Но с широким распространением планшетов разработчикам понадобилось какое-то решение для того, чтобы переиспользовать их код без дублирования бизнес-логики. Так появились фрагменты. Однако Google не предоставил достаточных инструкций по их использованию. Большое количество багов, которые разработчики получали на ранних версиях, они, в принципе, отбивали желаниями пользоваться. И на какое-то время про фрагменты, в принципе, забыли и как бы их не хотели даже использовать. Но фрагменты прошли долгий путь с момента их добавления в Android. Сегодня решены многие проблемы, связанные с транзакциями, связанные с child fragment. И сегодня это уже стабильная реализация этих фрагментов, которые мы видим, можем ими пользоваться. А вообще, что говорит документация, когда нам использовать Activity, а когда фрагмент? В документации говорится, что Activity — это единственная целенаправленная вещь, которую пользователь может делать с приложением. В то время фрагмент — это часть или часть пользовательского интерфейса в Activity, который можно переиспользовать, что-то вроде вложенной Activity, которую можно использовать в других Activity. Но что это значит на самом деле? Кажется, что такое определение немного устарело, потому что сегодняшние приложения, даже такие, которые разрабатываются самим Google, в частности вот Gmail, они реализуют такой подход, когда пользователь не замечает перехода из одной фокусированной вещи, целенаправленной вещи, в другую. К примеру, можем перейти на написание нового письма, и для пользователя это будет не особо заметно, откроется новый экран с анимацией, и переход будет такой более плавный. По сути, фрагменты являются составными точками входа. В терминах абстракции это практически то же самое, что и Activity. Но тогда возникает вопрос, почему бы не использовать их как Activity? Расскажу про плюсы. Какие могут быть плюсы при использовании данного подхода? Ну, во-первых, жизненный цикл Activity становится жизненным циклом всего приложения. Все мы знаем, что application, класс application не дает возможности узнать, что происходит с приложением, помимо того, что оно просто запустилось. В этом плане всем знакомая структура жизненного цикла Activity становится жизненным циклом всего приложения. В некоторых кейсах хочется наверняка знать, ушел ли пользователь с нашего приложения, то есть свернул, или перешел в другое приложение по интенту. К примеру, мы хотим проверять пин-код каждый раз, когда пользователь возвращается с приложения. С классическим примером с Activity нужно писать какую-то свою реализацию, чтобы узнавать там,
еще в приложении он находится или уже ушел. Ну, здесь вдаваться в подробности не надо. Здесь слева это жизненный цикл фрагмента, справа жизненный цикл activity. И понятно, что использование фрагментов, оно привносит свои плюсы, но при комбинации использования activity и фрагментов у разработчиков жизненный цикл всего приложения становится пугающим, и разработчикам становится не очень удобно понимать, что происходит, понимать жизненный цикл activity, что в этот момент делает фрагмент. Кажется, что лучше работать с одним из типов жизненного цикла. Также activity сами по себе массивны как объекты. Во фрагментах есть разделение между view и другими переменными. И, к примеру, если мы вызовем метод replace у фрагмент менеджера, то предыдущая вьюшка она просто уничтожится. Фрагмент сам по себе останется жить в бэкстеке, если мы его туда положим. С activity такой возможности нет, у нас нет уничтожения вьюшки. Это дает плюс того, что в бэкстеке может храниться больше фрагментов, чем activity. Такой пример. К примеру, бизнес-логика приложения зависит от текущей глубины стека экранов. Или требуется узнать, содержит ли стек какой-то из экранов. Как это сделать на activity? К примеру, можно воспользоваться таким подходом, использовать activity manager, получить список тасков и уже оттуда получать количество activity, делать всякие проверки. Кстати, этот метод работает только на Android больше 20-летней версии. Старая версия на deprecated, это выглядит еще больше. С фрагментами у нас все просто. У нас есть фрагмент менеджер, который содержит в себе все фрагменты, которые были в него добавлены. И мы можем проверять вхождение какого-то из фрагментов очень просто. Ну и код становится более читаемым, понятным для новых разработчиков. Можно вспомнить про то, что activity, которые находятся в фоне, могут быть уничтожены, если андроиду не хватает памяти. Но на практике такой кейс встречается достаточно редко. Я бы сказал, что сейчас он практически не встречается. Поэтому об этом Android сделает все, чтобы предоставить память вашему приложению. Он будет уничтожать все другие приложения, все другие процессы. Но если ему понадобится память и ее будет не хватать, то ваше приложение упадет вместе с процессом. Сейчас это так. Можно вспомнить про флаги для такого рода задач. Intent-флаги. Кто-нибудь работает с intent-флагами? Да? Как мы можем их описывать? Мы можем описать их в манифесте, можем описать непосредственно перед самим интентом, добавить ему флагов. А еще можно их смешивать между собой, вызывать из разных мест. И не совсем понятно, что появление activity, что повлекло появление activity, что вообще это activity сделало перед появлением. Вот. С фрагментами все проще. Мы можем через навигатор или через какой-то другой класс сами контролировать добавление, редактирование стека. Все в этом духе. Расскажу немного про параллельную навигацию. Когда-то у разработчиков не было, в принципе, другого выбора, как делать one-stack приложение, но сейчас все иначе. Все чаще приложения делаются с параллельной навигацией. Допустим, нужно сделать что-то наподобие таб-бара, причем нужно сохранять состояние фрагментов. С одной стороны, это противоречит официальному материалу, гайд, который однозначно говорит, что нужно сбрасывать состояние при переходе на другую вкладку. Но обычно это мало кого интересует, если речь идет об удобстве пользователя, если мы знаем, что пользователю так будет удобнее. Вот. И при таком подходе, в принципе, не обойтись без фрагментов.
Вот, кстати, кто-нибудь пользуется transition animation или анимацией перехода между экранами? О, круто. А кто-нибудь делал это на Activity? Да. А кто-нибудь кастомизировал их? Custom transition. Окей. Простую анимацию перехода между экранами сделать достаточно просто, но есть большие ограничения в Activity, так как они запускаются асинхронно, и еще мы не можем их кастомизировать. Но все мы знаем, что пользователю нравится перемещаться плавно, когда некоторые компоненты остаются, некоторые перемещаются. Сделать с фрагментами это достаточно просто. Мы можем кастомизировать анимацию так, как мы хотим. К примеру, здесь есть анимация перехода полностью всего экрана. Это что-то типа flow фрагмента и анимация внутри таба фрагмента. Кстати, это новый дизайн, редизайн Рахмета, который мы сейчас активно разрабатываем. Его еще нет в релизе, но скоро появится. Здесь представлен переход, как можно перейти на single activity. Ну, все, что было в activity, становится flow фрагментом. В этом случае activity становится просто контейнером для фрагментов. Вся логика из application переходит в activity. И теперь вся инициализация, которая у нас там была, ну, что, в принципе, мне кажется, неправильно инициализировать в application, так как, к примеру, если прилетит push, недавно об этом узнали, то вызывается метод onCreate у application и вызывается все, что там есть, вся инициализация. Вот. С activity это проще. В activity, в общем, становится точкой инициализации всего приложения. Flow фрагмент содержит в себе все, что раньше содержал activity. К примеру, был у вас toolbar или navigation drawer или еще какой-то другой компонент, который был в activity, вы это все переносите в верстку фрагмента и пользуетесь им, как раньше пользовались activity. К примеру, у вас есть табы, и чтобы реализовать сохранение при переключении, можно добавить один tab-container фрагмент здесь, для того, чтобы сохранять стек таб-фрагментов, вложенных в него фрагментов. Сам по себе таб-фрагмент — это фрагмент, который содержит уже представление, с которым может взаимодействовать пользователь. Это, в принципе, все о переходе. Что мы используем для перехода? Есть библиотека навигации, называется она Chicheron. Чичерон — это устаревшее слово с итальянскими корнями, означает оно «гид для иностранцев». Какие у нас вообще бывают проблемы при использовании обычного подхода при переключении экранов? Ну, все это делается обычно в слое UI. Чтобы перенести… А, кстати, еще не избежать зависимости от контекста, и нужно следить за состоянием контейнера, чтобы не получить какой-нибудь exception. Chicheron решает все эти проблемы. Здесь представлена схема переходов между экранами. В принципе, в любом современном приложении достаточно сложная схема переходов экранов. Экраны могут быть вызваны из разных мест, с разными параметрами. И все это помогает структурировать как раз-таки библиотека Chicheron. Начну со структуры. Chicheron представляет из себя три компонента базовых. Это роутер, команд-буфер и навигатор. Так как мы используем MVP, здесь на диаграмме есть еще и презентер. Кстати, Chicheron не ограничивает в выборе шаблонов. Можно использовать, в принципе, любой подход. И в любом случае это будет давать свои какие-то плюсы. Что делает презентер? Презентер передает команду, высокоуровневую команду роутеру, который
ну, высокоуровневые команды, я имею в виду там перейти на другой экран, перейти на другую цепочку экранов, сбросить цепочку, перейти назад или что-то такое. В принципе, команды не ограничены, можно создавать свои роутеры на базе существующего. Есть существующая реализация в библиотеке, в самой библиотеке Chicheron. Дальше роутер передает команд-буферу. Эту команду, команд-буфер сохраняет в себе все команды для того, чтобы, если роутер не связан с навигатором, в дальнейшем при добавлении его эти команды не были потеряны, и они могли передаться уже этому навигатору. Сам по себе роутер не реализует переключений, за это отвечает навигатор, в который мы добавляем, к примеру, фрагмент менеджер, там View ID и реализуем переходы, как, то есть преобразуем высокоуровневые команды в низкоуровневые. Кстати, забыл сказать. Роутер может открывать как один скрин, так и несколько скринов сразу. Можно создавать свои реализации навигаторов. Можно делать это не только на фрагментах, но и на Activity. Кстати, библиотека не завязана только на фрагменты. Для нее нет разделения между фрагментами или Activity. Для нее просто для нее все это одно понятие, как скрин. Ну, есть стандартная реализация навигатора. В нее добавляется там фрагмент менеджер, View ID и контекст. По сути, все команды переходов можно описать базовыми четырьмя командами. Команда вперед, назад, заменить экран и назад к какому-то экрану. Ну, детально, если переход к следующему экрану, сохранением в стек, назад возвращение к предыдущему, replace заменяем текущий фрагмент другим сохранением, сохранением предыдущего стека. И back to — это возвращение к предыдущему экрану. Передаем screen key, и если он есть в стеке, то Chicheron перекинет вас на этот экран. Если же он не найдет этот экран, то он сбросит вас к самому первому, к базовому root экрану. Вот. И Google недавно официально презентовал Jetpack, и в связи с этим он рекомендует использовать Single Activity архитектуру. Многие разработчики стали радоваться такому событию, но кто-то этого ждал, говорил, что это лишь вопрос времени. А другие стали задаваться вопросами, неужели разработчики забыли про диплинки, про Start Activity for Result, Intent и все такое. Вообще, как реализуется Start Activity for Result. Существуют различные подходы к разделению UI-слоя от бизнес-логики. С точки зрения классического Start Activity for Result с Activity, этот подход немного разрушается, так как обмен данными происходит на слое UI, что кажется не очень правильным, так как это больше бизнес-логика, переключение экранов, передача данных. И встает вопрос, как передавать данные между фрагментами. Кто как передает данные между фрагментами? Как? Нет, между фрагментами. Нужно передать данные с фрагмента на фрагмент. Ага. Ну, то есть вариантов достаточно много, но кажется, что будет очень удобным, если фрагменты будут напрямую между собой взаимодействовать. К примеру, можно создать что-то типа фрагмент result listener или такой resultable. Ну, это функциональный интерфейс, здесь один метод. Вам даже не надо описывать request код, так как вы точно знаете, зачем вы пошли за другим фрагментом.
Можно описать это, все данные можно описать либо в бандл, либо можно параметризовать и каждый раз указывать там, что вы ждете именно этот объект другого фрагмента. Ну и с Chicheron, с такой навигацией становится достаточно просто перейти на другой фрагмент. Роутер передает команду перейти на другой фрагмент. У вас есть класс, который содержит в себе все скрины. Получаете скрин, передаете ему интерфейс, который один из двух там вы описали. И по возвращению, если у вас все окей, вы что-то у себя выполняете. Кажется, что так проще. По поводу диплинков. С ними все тоже достаточно просто. Если у вас есть диплинк-менеджер или хендлер, вы просто составляете цепочку экранов. Ну и, соответственно, обращаетесь там, к root-презентеру и переходите на новую цепочку экранов, что, кажется, тоже очень удобно. Вот. В принципе, использование Single Activity — это лишь рекомендация, которую активно продвигает Google, создав Jetpack. И что в итоге? В итоге что мы получаем? Жизненный цикл Activity становится жизненным циклом приложения. Мы можем кастомизировать анимации так, как мы хотим. Можно разделить слой логики и слой UI более, ну, более точно разделить эти слои. Простой доступ к стеку экранов, возможность параллельной навигации, multiple backstack. И один тип экранов для один тип жизненного цикла для всех экранов. Вот. Все ссылки здесь, ссылки на библиотеки тоже здесь. Всем спасибо, всем рахмет. Руки, вопросы. Ага, первый. Спасибо за доклад, Рахмет. У меня такой вопрос. Ну вот, вместе с Jetpack выходит, получается, Navigation, по-моему, называется библиотека. Вы, ну, то есть, не рассматривали там варианты, как можно на него натянуть, посмотреть, все, как работает? Вообще мы рассматривали, но так как сейчас он в альфе, мы не стали сильно углубляться. Вот, и решили подождать, пока будет какая-то стабильная версия, чтобы уже детально его изучать и смотреть, стоит ли его внедрять или не стоит. Ну. Еще вопросы? Сейчас я вернусь к тебе, не уходи. Насчет Цицерона, да? Mm-hmm. Вот вы уже в новой версии Рахмета его используете? Или в новой версии, да, мы используем. Используете, да? Скажите, вот такой случай. Цицерон же решает вот эту проблему навигации, да? У вас есть, например, фрагмент А. Там есть список всех товаров, да? Вы там пролистали до какого-то 50-го товара, зашли, сделали Navigate to фрагмент Б, да? Где полностью описание там этого товара или заведения, да? Теперь есть такая проблема, то, что все время… В Цицероне вызывает он Create View, когда нажимаю On Back Screen. И как вы решили проблему, то, что список должен остаться на позиции 50, а не заново загрузить и не должно вас перекидывать на позицию 0? Вообще мы еще используем Moxie, который помогает вызвать все, восстановить состояние, которое было до перехода. А по поводу списка, если использовать метод replace, то при onCreateView он возвращает именно к тому же самому, ну, то есть, да. Значит, вы хотите сказать, вы делаете фрагмент А, типа, вызывает replace'ом Б, правильно? Если replace'ом… Да, вы говорите, то тогда восстанавливается, да? Да. А вот стратегия Moxie, да? Вы какую стратегию Moxie используете? Для каждого экрана там свои стратегии. Ну, то есть обычно… Это end-to-end single стратегия, но для каждого экрана, говорю же, у нас каждая своя стратегия. Окей, спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой. Тулбары вы реализовываете как перфрагмент, да?
ну, существует два варианта реализации. Тулбары можно вынести отдельно в Activity, и при приходе, если у вас, к примеру, все приложение состоит, ну, на всем приложении есть тулбар, можно его вынести в Activity, либо перенести его во Flow фрагмент и работать так же, как до этого работали с Activity. Ну, перед этим надо его передать в Activity. Set support to action bar, да. То есть, в принципе, сложности не, ну, не выявлялось, да? Нет, сложности с этим вообще нет. Окей, спасибо. Иду. Спасибо за доклад. Вы сказали, что вот фрагменты, в отличие от Activity, могут существовать вне контекста. Существует ли вообще угроза, когда, скажем так, мы фрагментом не пользуемся и его уже забыли, потеряли, как утечка памяти не происходит вообще? Ну, как бы обычно, если на него нет ссылок, то он будет уничтожен. Ну, то есть, то вообще есть без проблем. Потенциально таких проблем с утечкой памяти сейчас нет. Не существует. Сейчас нет. И второй вопрос хотел узнать. То, что вы рассказывали, жизненный цикл Activity становится жизненным циклом приложения. Mm-hmm. То есть даже вот при классическом подходе можно было использовать вполне успешно Singleton Class Application. Какие есть преимущества использования именно активности, а не этого класса приложения в качестве вот отправной точки, в том числе с жизненным циклом соответствующим? То есть раньше у вас вы используете Singleton для того, чтобы понять жизненный цикл application, правильно? Да, можно было использовать. Я в том числе тоже раньше использовал, например, да, вот как раз наследовал Singleton Class Application и хранил как раз глобальный жизненный цикл application именно там. И то есть, соответственно, все проверки на я мог, например, там проводить. И какое преимущество в Activity? Кажется, что это более такое. Понятное становится для программистов то, что просто жизненный цикл Activity становится жизненным приложением. Не нужно, ну, к примеру, я не знал то, что можно использовать single application через синглтоны. Ну, вот кажется, что для разработчиков будет более понятно, если они будут работать с жизненным циклом самого Activity. Ну, с точки зрения понятности понятно, а с точки зрения абстракции или еще каких-то, то есть нет никаких ну, преимуществ, да? Наверное, надо подумать сейчас. Не знаю. Ладно, хорошо, спасибо. Рахмет за доклад. Такой вопрос. У вас Рахмет изначально, получается, уже строился как single activity или как уже типа несколько activity у вас было, а потом вы его отрефакторы? Если так, то какие у вас проблемы столкнулись? И возможно ли взять такой продукт большой с несколькими activity, прямо так частично рефакторить на вот этот single activity? И второй момент, я... То ли я пропустил, то ли не было. Подводные камни были какие-нибудь вообще? Ну вот, надо было, разработчикам надо было помнить про вот эту штуку, как передавать данные. Ну, лишилось достаточно быстро. Про диплинки тоже лишилось тоже быстро. По поводу вопроса, писался ли сразу single activity. Сначала, с самого начала Рахмет писался в классическом подходе, несколько activity. Ну вот со временем, когда у нас появилась необходимость сделать параллельную навигацию, сделать сохранение состояний, мы решили то, что, наверное, лучше будет перейти на single activity, так будет проще. Вот. А потом какой еще вопрос был? А, подводный, ну, в принципе, вот. А, переписывали. Ну, большие проекты, наверное, вряд ли получится быстро переписать. Если есть какая-то структура и там разделена логика от UI, тогда, наверное, будет достаточно быстро, если все хранится там, в Activity, будет очень долго переписывать.